В синий угол добро пожаловать, боец из Азербайджана, Рамин Султанов! Бескомпромиссный поединок. Добро пожаловать в красный угол. Боец из России, встречайте, Денислам Камафов. Денислам Камафов на ваших экранах. Еще один воспитанник. Можно сказать, что школы Абдулманапа Нурмагомедова. Причем интересно, что довольно поздно начал вообще спортом заниматься в плане единоборств, поскольку изначально ему нравился футбол и волейбол, и в школьные годы он именно в эти командные виды спорта в основном и играл. А единоборствах и речи не шло. И вот только в 16-17 лет впервые решил пойти на вольную борьбу. Причем проходил недолго, буквально полгода позанимался вольной борьбой. И вынужден был оставить этот вид спорта, поскольку пришлось поступать в вуз. В этой связи решил притормозить его с единоборствами. И действительно поступил в университет. Казалось бы, все было хорошо. И понял, что не хватает ему, видимо, огня в жизни. Пошел снова заниматься единоборствами. На этот раз выбрал как секцию уже боевой самбо. И вот там как раз таки и оказался учеником Абдулманапа Нурмагомедова. И вот это все привело к очень серьезным достижениям. На сегодняшний день его 15 профессиональных боев за спиной. Он мастер спорта России по ММА. Он бронзовый призер чемпионата России по ММА, если брать любительскую его карьеру. В плане профессиональной карьеры мы видели его уже в клетке, соответственно, GFC и UFC. Пятый раз. Ему 27 лет. 180 сантиметров, вес 70,3 килограмма. Профессиональный рекорд. 6 побед. Ни одного поражения. Представляющий клубы TT Fight и Кабала из Баку, Азербайджан, не знающий поражений, Фотон Рамин Султанов. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 29 лет. Его рост 177 сантиметров, а вес 70,8 килограмма. Профессиональный рекорд 12 побед и только одно поражение. Он представляет школу Абдулманапа Нурмагомедова из Махачкалы, Россия. Приветствуйте, Денислам Камафов! Рефери боя Дмитрий Валуевич. Готов? Готов. Первый раунд. Бой! Первый раунд, друзья. Поехали. Хороший лоу от Камала на старте.
отскакивают от соперника. Султанов идет вперед, пытается работать первым номером. Камов отстреливается очень даже недурно. Очень быстрый, быстрые руки у Султанова, и при этом посмотрите, как накидывает лоу-кики Камава. Очень быстрые ноги у Камава. Четыре лоу-кика подряд он успел заколотить, и это довольно жесткие удары. Они слышны на всей арене. А мне кажется, еще пара-тройка таких ударов, и Султанов вынужден будет поменять стойку. Посмотрим, тем интереснее. Ух ты, сейчас складывается с правой руки уже, так через руку, да, Камава. Он и добавляет лоу-кики постоянно. Камава продемонстрировал, что не только ноги у него быстрее, руки тоже вылетают, дай боже. Кажется, он так сбил спейс Султанова. Посмотрите, снова через руку попал. Второй раз подряд. Дела у Камава очень неплохо состоят в ударке. Он как будто бы на голову выше, чем соперник. Но по первой минуте вывода делать нельзя. Давайте подождем и посмотрим. Колено в прыжке. И в итоге закончился тем, что Султанов прихватил ногу, но развить успех не смог. Настолько осмелел Камава, что вот такой вот удар совершенно неожиданный он выбросил. Может быть, даже где-то эксцентричный. Там с правой руки снова. Снова этот как бы оверхенд достигает цели. Туда же добавляет Камава. Руслан действительно сегодня уверенно себя чувствует, идет бороться, и вот он, базовый вольник самбист. Снова заставляет оказаться Султанова практически на лопатках. Теперь действительно на них. Да. По таймингу идеальный просто тейкдаун от Камалова. Увидел он, когда будет переносить вес соперник. И здорово во время удара поднырнул, перевел. И вот сейчас надо постараться Султанову для того, чтобы снова на ногах оказаться. Он пытается это сделать, но при этом, посмотрите, одну ногу блокирует ему Камалов. Классика Хабиба, можно сказать, от Камалова. Попытка забрать опорную руку, заблокировать ногу, но Султанов все еще хочет выкрутиться. Тяжелый бой, потому что Султанов успел стокена пропускать, и лоу-киков подловить, и ховерхенды съел. Теперь его еще и борят. Рефери делает замечание по поводу сетки, но он сначала это сказал Султанову, потом сказал Камалу. Посмотрите, опасная испугать. Ситуация. Рычаг колена там мог получиться, и в принципе даже угол-то есть. Вот сейчас случилось! Сдается Камалов! Молниеносно Султанов при таком плохом начале побеждает Цепмишина. Абсолютно прав ты оказался, когда сказал, что по первой минуте делать выводы не стоит. Вот это терпел. Поворот. Обратите внимание, Камалов довольно долго терпел. Там нога у него выгибалась, и было сложно, но не сразу он постучал. Будем надеяться, что обошлось. Тренируйтесь! Мне показалось, что у Денислава нет никаких проблем, что он был довольно спокойным лицом, но как быстро Султанов дожал начатое. Вау! Вот как раз-таки это давление. Смотрите, абсолютно спокойно стоит Камалов. Вот здесь началось, и да, и сразу постучал. То есть Султанов в одну секунду приложил максимум усилий и действительно чуть не выгнул колено Камалова в обратную сторону. Посмотрите на его лицо. Совершенно фантастическая победа. Я думаю, что раз в сколько турниров, всех вообще на мировой арене, мы видим рычаг колена в лучшем поединке. Это невероятно редко. Да, невероятно редкий прием на любом уровне, в любых лигах. Это... И посмотрите, судя по всему, есть какая-то травма. У Денислава очень сильно он хромает. Да. Мне кажется, что повредил ногу в момент, когда падал на канвас. Вот там было резкое движение. Ну да, уже смещался такой угол давления от Султанова. Жаль, надеюсь, что Камалов обойдется без серьезных травм. Дамы и господа, рефери Дмитрий Валерьевич остановил бой через 2 минуты и 28 секунд первого раунда. Болевым приемом на ногу. Рычаг колена одержал победу и остается не знающим поражений Рами Султанов! Азербайджан, Баку, TT5 и Кабала. Да уж, вот это боец! В предыдущем своем появлении на Идоле все Рамин Султанов устроил невероятно зрелищную кровавую руку. Сегодня вот такой вот финиш. Я думаю, что все теперь ждут нового появления этого азербайджанского бойца в клетке Идоле.